Наконец-то с Дашей решили немножко поездить, блин. Были в яхт-клубе, там, кстати, кадры прикольные. Вы их, наверное, уже видели, я их раньше ставил. Ну что, Даша, как тебе, классно с моего велика меня выгнала? Оккупировала территорию. Не хочешь слазить при том? Да что ты мне рассказываешь? Я тебе говорю, на, ты говоришь, нет, не хочу. Что ты мне так корыто предлагаешь? Второй раз пришел. Срез засранец, да? Оп. Реально, еще такое дело, блин. Короче, после карантина жрать нечего. Ловим городцов. Вышли с Дашей наконец-то погулять, а то дожди тупо идут постоянно. Только беру камеру, выхожу на улицу, тут же идет дождь. Мы сколько, 3 раза пытались веловлог снять, короче, постоянно дожди шли. Сейчас вот вышли, купил ветрозащиту, разучился разговаривать. Сейчас проверим звучок, может, погуляем в парке, что-то интересное снимем, если получится. Так нет. Что? Не, ничего. Куда идем с пятачком? Большой-большой секрет. Не секрет, мы идем на речку. Я на речке не был. Я на речке не был, наверное, год точно, может даже два, тупо не купался. В прошлом году вообще не купался, в этом вот может быть покупаюсь, это вряд ли. Не гарантирую. Короче, я же вот эту ветрозащиту купил, сейчас специально тестирую. Как там звучок? Я уже примерно монтировал, нормально вроде. Да, вот, ну там не сильно было ветра много, а сейчас именно так поддувает. Так что... Вроде как не должно задувать микрофон. Все, четко должно быть. Погода сегодня тупо огонь. Такие облака. Вообще, шик. Ну, Даша под ливень попадет, а мы не попадем никуда. Из-за вируса, короче, вся легкая атлетика накрылась. Никто не соревнуется, все попереносили. И у нас уже каникулы, можно сказать. Ничего не делаем. Так что отдыхаем от легкой атлетики, еще будем велоспортом заниматься. Ну, кататься на велике, в смысле. И всякая херня. Может, в поход куда-то сходим, еще не знаю. Еще на работу хочу устроиться, поподрабатывать. Надо ноутбук себе купить. Будем надеяться, что мы не сгорим. Не сгорели. Да, Даша? Ага. Ага. Это вечернее солнце. Ты не сгоришь. Даша, да, говорит, вечернее солнце не сгоришь. На следующий день корочкой покроется, как курица. И скажет, ну я же говорила. Вот в обед, если бы мы пошли, как ты хотел. Ну так в обед это класс. В обед это, ну... В обед, да. Специально коптится нормально. Не знаю. Плохие там сгорали. Нормально, мне понравилось. Тебе понравилось, потому что и мое время пришло. Жалко, что людей много было, как-то не знаю, не прикольно. Я люблю, когда мало людей. Сначала мало, а потом приперлись. Да, сначала было мало, потом приперлись. С собаками поприходили, короче. Хотя мы пошли не в самое людное место, далеко не в самое людное. Тут вообще редко кто бывает. Ну как оказывается, сюда ходят еще больше, чем раньше. У меня что-то от портфеля немного печи пекут. Плечи, говорю. Плечи, да. Кстати, вообще живу рядом с речкой, мне вообще тут идти. Нифига. Мы еще завтра, может быть, пойдем. Пойдем. Посмотрим. Пойдем. Нам еще идти. Ничего прикольного не сняли. Жалко. Там какой-то нарезочки есть, что-то прикольное вставлю, думаю. А если нет, то уже нет. Даша сказала, сейчас покажет легкую эротику. Да, Даш? Как где? Ну, покажи ноги. Давай.
Я тебе говорил, одевай тапочки, а то будет болото, прилипнет и капец. Не говори. Я потом спросила, почему ты не... Ты сказала, что я бы сказала, а ты бы не одела. Да. Смотрите, недовольная девушка. Что-то недовольная. Сейчас будут срапаться, драться.